Здравствуйте, товарищ. Так, просьба отметить себя. Екатерина, вы староста, да? Ну, да. А у вас вообще должны быть ведомости, должны быть посещения? Я староста только своей. А сколько у вас тут групп? Две? Да. А второй групп? Ты староста? Я не знаю. Не знаете? Нет. Сколько в вашей группе человек? Шесть. Шесть, да? Ну, вам ведомости даются вообще в деканате для заполнения, по идее? Да, мы уже сами отмечаем. Ну, я говорю, делаю в том, что вы не делаете свою работу, вы делаете ее. Просто иногда ведешь ведомости, а никто из преподавателей потом не просит на экзамен или не зачесть. Преподаватель смотрит, если все нормально, то он, так сказать, не дальше никаких выводов не делает организационных. Он же принимать будет по содержанию. Ну, я все время смотрю на то, как идет посещение. Вы видите, какое у нас посещение. Плохое. Так что возьмите ведомости, пожалуйста, я буду расписываться у вас. Так, вы нам работу давали. А ваша коллега, у вас есть работа, да? Все у нас. Васильева Ирина, культура Германии. Ирина, по форме замечание такое, что когда вы делаете какую-то работу, имея в виду, что с ней будут знакомиться люди и вносить какие-то вам предложения, коррективы, поправки, замечания, в таких случаях делаются не случайно поля. Поля делаются еще в книгах потому, что когда книга старая становится, у нее вот поля ветшают, потом обрезают снова поля, переплетают и обновляют книги. Так, чтобы это не касалось основного текста. Но к нам это не относится, к нам относится другое, что можно было бы на полях делать некоторые замечания, которые, так сказать, вам можно потом дать. Это раз. Второе, вот я смотрю, начинается ваше произведение без красной строки. Как по-русски? С красной строки надо начинать? Да. Это не значит, что если мы изучаем там культуру Германии, то мы забываем культуру России. Вот. В интернете больше распространено, когда начинается, так сказать, прямо того же уровня, как все остальные строчки, и получается такое впечатление, что это вот хвост какой-то мысли. И непонятно, то ли эта мысль начинается, то ли это вот обрывок какой-то более длинной, так сказать, мысли, идеи, которая так кончается. Красная строка делается для того, чтобы было понять, что вы начинаете эту мысль и, соответственно, завершаете в конце абзаца. Тезис. Что такое? Знаете? Что это значит? Не главное, просто мысль такой, тезис, мысль одна. Вот если две мысли, это надо, в общем, два тезиса, по идее. То есть деление на тезисы, это подразделение на тезисы, это подразделение на мысли. Вот вы будете делать работу свою выпускную, коллекционную. В этой работе вы, так сказать, будете следовать тому плану, который вы разработаете. Но прежде чем писать, было бы желательно и очень полезно, не стремясь, так сказать, к полноте, и к конкретности, не стремясь к тому, чтобы дать какие-то ссылки, сноски, данные и так далее, вот каждый маленький пункт превратить в тезис. А, следовательно, желательно иметь план не такой, что первый, второй, третий, а такой план, в котором у вас, так сказать, течение мыслей, которое есть в вашей работе, ну, представлено в виде этой последовательности тезисов. Для каждого тезиса вы, будущего тезиса, вы даете заголовок, но какой он будет, какая это будет мысль. При одном и том же заголовке можно иметь прямо противоположные мысли по значению, по звучанию. Почему? Потому что как по одной и той же дороге можно идти в одну сторону и в другую. Дорога Москва,
Санкт-Петербург предполагает или одно движение, или противоположное движение. Поэтому одно дело пункты плана, они еще не указывают на связь мысли, они указывают на последовательность мысли. Одна, вторая, третья, четвертая. А как связаны между собой мысли? Это могут быть от тезиса. И вот когда эта связь тезисов у вас есть, как связь мыслей, тогда у вас получается такая логичная, интересная работа после того, как вы конкретизируете, наполняете какими-то данными, ссылками, сносками на те или иные работы, комментариями своими, критикой. Эта логика не теряется, если она уже заложена вот в этом самом тезисе. Но, скажем, научное руководство работы обычно состоит в том, что вот когда я готовлю вместе с подопечным какую-то работу, то я, например, останавливаюсь на тезисах, потому что стиль вообще уже изложения у каждого свой. И, скажем, было бы странно, если бы я вам навязал тот стиль изложения, который для вас не характерен и, может быть, неудобен и неприемлем. А вот что касается мыслей, этот вот предмет обсуждения между тем, кто пишет работу, и его научным руководителем. Это вот, имейте в виду, это очень полезная вещь. Поэтому то, о чем я говорю, это не совсем формальный момент, а форма содержательная ведь, правда? Так, ну вот это, так сказать, некоторые замечания до начала. В немецкой идеологии Маркс и Энгельс проследили, как исторически менялось общественное разделение труда в процессе развития производительных сил, орудия производства и производителя. Под общественным разделением труда мы понимаем обособление различных видов хозяйственной деятельности индивидов. Вот это общественное разделение труда, если обособление различных видов хозяйственной деятельности индивидов. Вот у меня есть три вида хозяйственной деятельности. Я чищу картошку, так, подметаю пол. Это разные виды хозяйственной деятельности, разные, да? И там мою окно два раза в год. Это разные виды хозяйственной деятельности. Это разделение труда. Это разделение труда, но это не разделение труда общественное. Вот то, что вы здесь написали, это относится не к общественному разделению труда, а к технологическому разделению труда. Технологическое разделение труда вечно, потому что никогда разные виды труда не исчезнут. А под общественным разделением труда понимается закрепление отдельных лиц за каким-то одним видом труда, который потом накладывает отпечаток на всю жизнь человека. Вот, скажем, сейчас в системе разделения труда вы не просто студент-философ, да? А вы студент-философ-культуролог. И некоторые, значит, студенты-культурологи, как и конфликтологи, забывают уже, что они философы. И, так сказать, тем самым закрепляется за ними вот это положение. Поскольку это довольно частное такое разделение, весьма частное, то это может привести к тому, что человек, разбираясь в одном вопросе достаточно хорошо, может быть, даже блестяще разбираясь и являясь там прекрасным специалистом, в других вопросах, в которых он специалистом не является, является, так сказать, не просто дилетантом, а человеком, который поддерживает какие-то отжившие, может быть, реакционные концепции и так далее. Поэтому вот в этой работе Маркс и Энгельс говорится как раз о том, что в дальнейшем движении должно произойти преодоление вот этого общественного разделения труда, когда одни люди занимаются только умственным трудом, и они, так сказать, ничего не могут сделать руками вообще, а другие занимаются только физическим трудом, но и они совершенно, так сказать, не понимают, что происходит, не могут сформулировать свои мысли, не имеют там достаточной культуры и так далее. Это касается вот этого крупного деления, скажем, также между людьми, живущими в городе, и людьми, живущими в деревне. Вот, как вы знаете, иногда даже, значит, такие есть оскорбительные прозвища и деревня. За этими оскорбительными прозвищами стоит и то, что в них отражается, между прочим, разные и во многом противоположные жизненные условия. И даже сейчас, скажем, когда есть интернет, по идее, но не везде этот интернет доходит, как вы можете видеть, у некоторых районах города или просто в метро. Там вы не можете включить телефон, если у вас не мегафон, а если МТС уже он там не принимает.
А для того, чтобы у вас был устойчивый интернет, должна быть система вышек соответствующих, которые обеспечивают при наличии радиосвязи на коротких волнах, обеспечивает устойчивый прием сигнала. Ну и, скажем, если вы представите себе уже там еще город, можно сказать, скажем, Hyundai или Nissan у нас в пригороде, эти предприятия, те, кто там работает, значит, имея в виду, что они заканчивают достаточно поздно работу, и они заняты там целый рабочий день, в отличие, скажем, от нашего брата-профессоров, который... Вот у нас сейчас вечернего отделения и не стало, а то мы проводили, скажем, занятия до 9:30 или до 10:20 вечером. Сейчас его не стало, и вот с этим связано, с одной стороны, вроде бы, расширение возможностей для преподавателей, использование своего свободного времени, а с другой стороны, те люди, которые заняты производительным трудом, затруднилась возможность им преодолеть вот это закрепление их только за этим видом труда. Единственное, то есть, если человек хочет получить высшее образование, он не может пойти сейчас на вечернее за отсутствием вечернего. Это произошло буквально в последние 2-3 года. Отсюда такой результат для очного образования, которое мы наблюдаем, преподаватели, что люди, которые учатся на дневном, вынуждены все равно подрабатывать в силу блестящего, так сказать, уровня стипендии, на уровне 1452 рубля в месяц. И поэтому дневной начинает превращаться в вечерний. С той только разницей, что это в дневное время происходит, что люди, которые, там, скажем, отсутствуют на занятиях, возможно, в значительной мере так оно и происходит, вынуждены подрабатывать, так или иначе. А, следовательно, а люди, которые работают систематически на предприятиях, там, в промышленности или там, в сельском хозяйстве, они вообще не имеют возможности получить высшее образование просто в силу материальных условий. Материальных условий организации этого дела. Нет вечернего отделения. А заочное сокращается. Причем это было вот раз. У нас было уникальное учебное заведение, завод ВТУС при металлическом заводе. То есть там люди, которые работают на этом заводе, могли, и не только на этом заводе, на ближайших, могли в то же время, не совершая длительных путешествий там, из какого-нибудь района, где завод, в университет или в другой вуз, они могли заниматься, получать высшее образование и преодолевать вот это закрепление людей за определенным одним видом труда. Потому что наряду с законом разделения труда вообще-то есть закон перемены труда. То есть перемена труда позволяет избавляться от чего? Маркс это называл в другом месте, не здесь, профессиональным идиотизмом. Профессиональный идиотизм состоит не в том, что человек глупый сам по себе или дурачок, а в том, что он вот в этой области узкой, которой он занимается, он прекрасно разбирается, здесь он стоит на там, современных, передовых и прочих позициях, шаг в сторону, и он несет ахинею. Это очень заметно. Иногда вот кажется, что Маркс и Энгельс вот энциклопедисты, потому что они такие способны. Что они талантливые или гениальные. Дело не в этом. Дело в том, что если заниматься обществом и общественными проблемами, нельзя заниматься так, чтобы брать только какую-то одну сферу. Например, можно сказать, что, скажем, право вообще не имеет своей истории. То есть, если человек изучает только право, он не видит, так сказать, источников этого права, потому что источники этого права вне права. Не право вытекает из права, а право вытекает из экономического хозяйственного оборота. Поэтому, если человек не знает экономики, то он не будет хорошим правоведом. Хотя он все будет изучать, запоминать и так далее. Но, как вы знаете, закон любой можно взять и изменить. Соберутся люди, Государственная Дума, значит, рассмотрит проект закона и поменяет. А откуда это все идет? Откуда источник этих законов? Этого не видно. Так вот, завод ВТУС на волне укрупнения предприятий вузовских, которые я бы назвал вот этим самым профессиональным идиотизмом, потому что есть закон
преимущество крупного производства. Это Маркс доказал в «Капитале». Идет централизация, идет концентрация, крупное производство побивает мелкое. Поэтому крупное производство более эффективно, поэтому, в принципе, надо приветствовать образование крупных предприятий. И несмотря на то, что вот пытаются, то есть у нас постоянно тратить большие суммы государственных денег на поддержку малого бизнеса, малый бизнес, он все равно зависим от крупного производства, и он встраивается в эту систему, потому что в условиях конкурентной борьбы, конечно, крупное предприятие побивает мелкое. Что касается вузов, нету такого закона, никто его не открыл, никто не сформулировал, и никто не сослался на него, что крупный вуз лучше мелкого вуза или маленького вуза, или, скажем, вуз, который охватывает все и вся, он лучше, чем вуз, который складывается вокруг там определенной группы ученых. Дело в том, что вузы вообще, как образовательные системы, они складываются вокруг научных школ. А научная школа, она не получается методом сложения. Там, вот мы взяли, значит, из одного вуза людей и сложили другой вуз. Вот яркий пример, вот этот самый, судьба этого завода в ТУЗ. Завод в ТУЗ передали Политехническому университету. Приехали люди из Политехнического университета нашего Санкт-Петербургского государственного забирать, как водится, помещение, а помещение им не дают, потому что помещения заводские. И тогда они забрали как бы преподавателей. Преподаватели теперь там находятся в Политехническом университете. И что от этого получилось? А ничего, пропал вот этот уникальный вуз, завод в ТУЗ при металлическом заводе. Или у нас вот было три крупных экономических вузов в Санкт-Петербурге. Это финансово-экономический университет, это инженерно-экономический, ну, ранее институт, и институт экономики и сервиса. А раньше он был институтом коммунального хозяйства, первоначально, потому что названия такие все красивые, красивее становятся. Ну, вот их соединили. Как вы думаете, от того, что их соединили, встречаются ли преподаватели финансово-экономического института с преподавателями университета, бывшего университета экономики и сервиса? Или ездят ли они и встречаются на Прилукской улице или на Кузнечном с преподавателями бывшего инженерно-экономического института? Прилукская улица – там, на Лиговке, а институт сервиса и экономики – на Ломоносовской. Но зато люди из этих институтов, бывших преподавателей, и студенты, если им потребуется, или до получения какой-то бумаги и справки, теперь едут в головное, туда, где сидит ректор. Я даже не знаю, где он сидит. Наверное, он в финансово-экономическом университете сидит, бывшем. Скорее всего, на Грибоедова, вот здесь, там, около Невского. То есть, что из этого вышло? А ничего из этого не вышло. Ничего не изменилось, кроме того, что, как правило, соединение вузов используют для сокращений. А от этого выигрывает, так сказать, образование или нет? Образование от этого выиграть не может, потому что, так сказать, человек, который в вузе преподает, он должен обладать таким качеством, что он является научным работником. Если он не является научным работником, то он не может быть преподавателем в вузе. Поэтому от того, соединяют нас, разъединяют нас, никак не зависит, чем мы занимаемся в области научной. И человек может быть интересен как преподаватель, если он, кроме того, что он излагает то, что он не сам придумал, ну, в общем-то, представляет, как сделать то, чего раньше ни у кого не было. То есть первое требование, которое предъявляется преподавателю вуза, вот у нас в университете и вообще в системе вузов России, это требование, чтобы человек стоял на переднем крае науки. И в какой-то области он был бы, так сказать, человеком, который создает новое. Если он новое не создает, то его не публикуют. А если его не публикуют, то, следовательно, он и не может быть преподавателем. Поэтому одним из критериев и важнейшим критерием, который у нас есть, скажем, при прохождении по конкурсу, при выборе и так далее, является не то, где какие вы лекции читали, это само собой. Ясное дело, что человек должен читать лекции там и вести семинарские занятия. А вот что он сделал, так сказать, нового в науке, и это признано ли это научным сообществом, так или иначе. На это вот это вот все соединение и разделение никак не влияет. Поэтому я хочу сказать, это вот, Ирина, не то чтобы ваша ошибка, а это вот вопрос, который даже многие экономисты не понимают. И они представляют, что вот
преодоление разделения труда, о котором отписали Маркс и Энгельс, что, дескать, наступит такое время, что все будут делать все. Ну, это неправильно. В течение рабочего времени вы будете делать то, что, так сказать, является вашей миссией или вашим долгом в системе разделения труда. Но если сейчас, когда вы все закончите и будете работать, вы будете работать так, не менее 40 часов в неделю, хотя у нас нет 40-часовой рабочей недели, у нас, согласно Трудовому кодексу, до 40. То есть, если, скажем, на каком-то предприятии заключен коллективный договор, и в нем установлено 38, 35 или 30 часов, то совсем не обязательно людей увольнять, а просто они переходят на меньшее число часов и работают. Тем более, что в той же Германии, во Франции имеется 35-часовая рабочая неделя. И вовсе не обязательно, так сказать, стремиться к удлинению рабочего дня. Это ничего не дает, в общем-то, развитию общества. Более длинный рабочий день – это усталость работников, ухудшение качества продукции и больше ничего. Ну, человек больше растягивает свой труд на большее время, он, так сказать, ему платит разбавленными деньгами, а он, соответственно, дает разбавленную работу. Результат этого всего процесса. Вот. А вообще работ на эту тему, если не брать вот работы Маркса и Энгельса, почти нет. Я могу назвать только одну работу, если кто-то из вас заинтересуется, вы можете ее почитать, она уникальная в своем роде. Это работа трех наших ученых ленинградских. Это Ельмеев, Полозов и Рященко. Ельмеев, Полозов и Рященко. Название работы «Коммунизм и преодоление разделения труда между людьми». Не разделение труда, а разделение труда между людьми. Вот о чем я сейчас говорю. Коммунизм и разделение труда между людьми. Ельмеев, доктор экономических и доктор философских наук, один из создателей факультета социологии нашего. Ельмеев и Рященко – это люди, открывшие социальное планирование и имевшие за это медали ВДНХ, их уже нет в живых. Полозова я просто, так сказать, судьбы его не знаю. И каких-то еще книжек назвать на эту тему, вот в советское время или вот в уже буржуазное время, я затрудняюсь, их просто нет. Хотя ссылки на это, разговор об этом идет, но специально посвященных этому книг нету. Это вот такой вопрос, который представляет собой большую редкость. Может быть, поэтому мы с вами зачем обращаемся к некоторым классическим произведениям фундаментальных, где мы видим, какие идеи получили дальнейшее развитие, или они вот остались таким вот поприщем, которое еще не разработано. Вот. Поэтому вы должны, я понимаю, правильно, это не ваш адрес критика, а я просто пытаюсь вам рассказать, что это вот вопрос не такой простой. И вот представьте себе, что у вас рабочее время будет 4 часа, а свободное время у вас будет 6 часов. Вот кто вы будете? Вот если 6 часов вы будете играть на скрипке, а 4 часа будете вот писать культурологические всякие статьи, заметки и так далее. Вот кто вы будете, культуролог или скрипачка? Скрипачка вы будете. То есть это и будет преодоление разделения. Это не значит, чтобы вот прямо вот у Маркса Энгельса написано, что они до обеда там ловят рыбу, после обеда они, значит, пишут стихи, а потом... Хотя у Маяковского это есть. Помните там? Сидят папаши, бороду в венике. Землю попашут, попишут стихи. То есть и это есть тоже. Чтобы они не просто пахали землю, они еще бы и занимались и другим. Поэтому вы будете скрипачкой, а может быть не скрипачкой, а виолончелисткой, я не знаю, кем вы будете. И вы не знаете, кем вы будете. И вот те люди, которые находятся в сфере умственного труда, освобождены от производительного труда, они в этом смысле, в системе разделения труда, находятся, безусловно, в лучшем положении и возможности изменения довольно-таки большой. Я вот хочу вам сказать, что я вот перед вами готовый экземпляр этого закона перемены труда. Потому что я окончил математико-механический факультет с отличием наш. Потом поступил в аспирантуру экономического факультета и ее досрочно закончил и защитил кандидатскую диссертацию по политэкономии, по применению математики в политэкономии. Потом самостоятельно я занимался развитием, так сказать, политэкономических всяких вещей и... У меня половина, скажем, работ политико-экономических, а половина философских. А потом защитил здесь вот на философском факультете докторскую диссертацию по философии, не учившись
ни дня на философском факультете, не будучи в аспирантуре, и тем более, так сказать, не имея, и в докторантуре я не находился. Но поскольку наш институт, дорогой, где я работал, замечательный институт, наш университетский институт по повышению квалификации преподавателей и переподготовки, где мы повышали квалификацию преподавателей вузовских, нашего же университета и города, и страны в свое время. Его закрыли, значит, я направленным взрывом попал на философский факультет. И вот теперь я тут преподаватель с 2008 года. И это все равные специальности. А поскольку я защитил докторскую работу я на кафедре экономики и права, а у нас в системе вузов и система такая, что звание профессора дается по той кафедре, на которой вы работаете. Ученое звание у меня профессор по кафедре экономики и права, а поскольку я еще работал на кафедре управления и планирования социально-экономических процессов на экономическом факультете, то ученое звание доцента у меня доцент по кафедре управления и планирования социально-экономических процессов. Так что вот вам, пожалуйста, так сказать, целый перечень специальностей, которые делают, так сказать, возможно, сохранение известной устойчивости в постоянно меняющемся нашем мире, потому что в зале, значит, сегодня это нужна специальность, завтра не нужна, сегодня так, завтра не так, и так далее. То есть и для вас такая же возможность, так сказать, есть, потому что вы получаете высшее образование, и другое дело, что надо всегда выходить немножко, по крайней мере, немножко за рамки, за границы той специальности, которую вы себе конкретно и обозначили. Не забывать, что вы философы, во-первых, и работали, и вы учитесь в институте философии, поэтому и взгляд у вас должен быть широкий. От этой широты взгляда будет зависеть правильное движение ваше в жизни, в том числе и рост. И второе, что необходимо делать, это, так сказать, пытаться найти связи, контакты той своей специальности с другими. И все эти пограничные темы обязательно видеть. Точно так же, как если бы я поставил вопрос, что значит вот вас изучить, вот если бы я стал вас изучать персонально, вот Васильева Ирина, что я должен был сделать? Вас изучить само по себе, раз. Потом я должен был бы изучить, кто на вас воздействует и как. То есть все те общественные воздействия, которые на вас влияют. Два. И третье, что я должен был бы сделать, это изучить, как вы влияете на всех остальных, правда? Вы же активный деятель в обществе, и вы влияете на этих, на этих, на этих, на этих. И вот когда я сделал первое, второе и третье, вот тогда можно сказать, что я вас изучил. А если я вот только вас вот изучаю, вот вы и все, то это означает, что я оторвал от вас все, так сказать, общественные связи и не беру вас по сущности, а сущность человека в общественных отношениях. Ну вот отсюда и, ну, некоторый нам урок, и польза от этого изучения, потому что мы берем просто такую достаточно глубокую работу для того, чтобы для себя вот некоторые такие более общие вопросы рассмотреть, имея в виду, что сейчас у нас продолжается обучение, с одной стороны, а с другой стороны и завершается. Уже находитесь, у вас 4 года, а уже 3,5 идет, 3. Половинка уже это кончается, и останется последний год. Поэтому, значит, в известном смысле такую общую картину того, чем вы занимаетесь, и понимание своего места вот во всем этом процессе, конечно, нужно иметь. Чтобы не получилось, что вдруг нет такой какой-то специальности культуролог там, или по культуре Германии, а то, скажем, есть по культуре Испании, и все пропали, и вы безработны. Да? То есть понятно, что надо уже сейчас понимать, что хоть вы культуролог должны быть достаточно широкого профиля, но специализирующийся вот именно вот в этом деле. В этом деле. Но не до такой степени специализируется, что вы ничего не понимаете в других областях. Правильно? Ну вот это вот такого рода соображения, связанные с тем, что речь идет не просто так сказать, о каком-то уничтожении разделения труда, этого никогда не будет, а вот о преодолении разделения труда между людьми. Под общественным разделением труда мы понимаем обособление различных видов, не видов хозяйственной деятельности, а мы понимаем закрепление за отдельных людей за определенными видами труда. То есть, когда человек порабощается этим разделением труда, он раб своей специальности, он ничего не может в другом месте. Он стал рабом. Или стал профессиональным идиотом, можно так сказать. Вот, я понимаю, я сейчас живу культурологи. Люди, так сказать, культура – это же накопленный опыт человечества.
материальное и духовное. То есть это явно противоречит самому вот этому моменту закрепления просто за каким-то только видом труда. Хотя это совсем не мешает вас заниматься любимым делом, потому что когда человек занимается любимым делом, может быть, больше сделает, правильно? И хотя нас призывают, беритесь за самое трудное там и делайте самое тяжелое, в области науки не так. В области науки берите то за то, что вам нравится, и тогда вы продвинетесь. Потому что невозможно заниматься там, скажем, вот тем, если кто-нибудь вам подсунет выпускной работы, которая вам противна, то вы ничего там не напишете. Потому что, что такое противное, чем заниматься противным так долго. Поэтому надо обязательно брать вот то, что вам по сердцу. И это не противоречит научному подходу к преподаванию и к научным исследованиям. Люди, конечно, занимаются тем, что они любят, а не тем, что им противопоказывают. Так, идем дальше. Развитие системы разделения труда происходило в несколько этапов. Разделение труда между городом и деревней при возникновении рабовладельческого строя основано на отделении ремесла от земледелия, а также размежевании физического труда от умственного. Да. Ну вот труда от умственного, а людей? А люди тут у вас где-то пропали. Оно же не просто труда, а вот размежевание между теми, кто занимается физическим трудом, или сельскохозяйственным трудом, и теми, кто занимается промышленным трудом, или кто занимается умственным трудом, а кто занимается физическим трудом. Вот это закрепление имеется в виду. То есть то, что у вас написано правильно, но оно не полностью раскрывает эту проблему. Это отделение означает зарождение товарного обмена, отношение купли-продажи, развитие торговли, однако лишь в начальном зачаточном состоянии. По мысли Маркса и Энгельса, разделение труда возможно только в рамках существования частной собственности. Этого не написано у них. Вот буквально так, что только в рамках такой мысли нет. Я даже могу вот процитировать то положение, которое у них есть, что это разделение труда – это и есть частная собственность. Отождествляется. Но я могу вам процитировать Гегеля, что тождество – это тождество различного. То есть исторически так и было. Разделение труда и частная собственность было одно и то же. Но вообще разделение труда и частная или общественная собственность – это разные вещи. Частная собственность – это собственность части общества. Части. Вот представьте такую ситуацию, когда все общество, за исключением одного человека, кроме вас, Ирина, имеет собственность. Вот. И, ну, вот этот том Маркса Энгельса. А вы не имеете. Это какая будет собственность тогда? Общество, все кроме вас. Это будет общественная собственность или частная? Все общество, кроме вас. А? Частная. Это частная общество. Частная собственность. Частная собственность, возможно, даже тогда, когда это вот относится, вот, когда один человек исключен из субъекта собственности. А вот только тогда это общественная собственность, если вы тоже входите в этот самый коллективный субъект. Поэтому деление на общественную собственность и частную собственность очень простое. И связывается она, скажем, частная собственность связана с разделением труда. Но разделение труда способствует развитию общественного характера производства, а общественный характер производства связывается уже с тем, с общественной собственностью. И вот главное противоречие, которое в «Капитале» рассматривается, здесь оно только затронуто, это ведь работа, которую Маркс и Энгельс написали в порядке, так сказать, явления, так сказать, вот того нового, что они, так сказать, собирались дать людям рассказать и изложить. Но еще надо было еще обосновать всесторонне и доказать, что делались в других работах. Вот в «Капитале» главное противоречие, которое рассматривается, основное противоречие капитализма между общественным характером производства и частной формой присвоения. И сказать, одни собственники, другие не собственники. Это их собственники ничего не делают в системе разделения труда, причем они даже управление производством передали кому? Назначили директора какого-нибудь, управляющего, менеджера, и он управляет от их имени. То есть они вообще не выполняют никаких соответствий. Николай, сейчас лекция, перезвоню. То есть разделение труда уже получилось на тех, кто работает, и тех, кто не работает. А зачем работать? То есть доход от собственности. Если я вот имею собственность, и у меня в собственности 3 завода, то вот я вас назначил генеральным директором, я очень просто буду. Как только увижу, что прибыль сокращается, я вас увольняю.
А если вижу, что прибыль растет, я вам премию увеличиваю и зарплату делаю большой. Потому что вот и все функции. Никаких других функций. То есть и особенного ума, вот мне, для того, чтобы руководить этим самым хозяйством, не надо. Вот сейчас в сегодняшних газетах информация о том, что Следственный комитет возбуждает уголовные дела по всяким махинациям, которыми занимался и безызвестный Кехман, который является, так сказать, руководителем здесь и нашего театра Михайловского, и руководителем теперь театра в Новосибирске. Вот. Но он же банановый король был в свое время и наполучал очень много кредитов. Обычно что делают люди? Получают кредиты в этой сфере. Это не только Кехман этим занимался, это широко распространенная практика. Но получают кредиты, потом эти кредиты используют на непрофильные цели, то есть не могут обслуживать эти кредиты. Обслуживать кредиты, так красиво называется, платить проценты по кредитам, не платят. Потому что они их в другие места купили, недвижимость такую, недвижимость накуплена очень много, лицами, аффилированными с Кехманом через офшоры. То есть не непосредственно вот написано «Кехман купил», нет. Вот здесь какая-то организация, которую он учредил, и которую, кроме него есть штатные, и такие, так сказать, вся эта ответственность разделена и так далее. И, наконец, банкротство применяется очень широко. Что значит банкротство от современной России? Банкротство вроде это как Боря, да, что я был богатый, вот я разорился, у меня было 3 завода, и сейчас я обанкротился. Обанкротился, значит, я слезы лью, моя семья слезы льет, и вы вроде должны лить слезы в связи с тем, что вот вам же не должно быть ради меня, не жалко. Ну, жалко, наверное, вот я, знаете, так. На самом деле, я вот сейчас вижу, здесь вот у нас сейчас вводит, 5 человек. Вы сейчас мне сдадите по 5000 рублей, каждый, будет 25 тысяч. А перерыв я выступлю так вот, там вам скажу. Извините, дорогие, я обанкротился. Это что значит? Если я раньше брал у вас, так сказать, в долг, да, до завтра, до следующего занятия, да? Это что означает? Вот, правильно понимаете. То есть банкротство – это не горе для тех, кто банкрот, это горе для тех, у кого он взял деньги. И вот миллиарды денег, у Сбербанка 6 миллиардов, там еще куча всяких банков, у которых набраны были деньги. А потом, дескать, предприятие это обанкротилось, от него дистанцировался, а через разные, так сказать, схемы уже приобретенные дома, причем очень красивые, очень дорогие и так далее, даже вот этот бизнес-центр, который на площади Пролетарской диктатуры, дом 6, а раньше, я уже не знаю, как его и кто приватизировал, вот, видимо, его государство кому-то продало, потому что это был в свое время дом просвещения Ленинградского обкома партии. С таким красивым адресом, бизнес-центр по адресу площадь Пролетарской диктатуры, дом 6. Это такое сочетание, так, бизнес-центр с Пролетарской диктатурой, такой компот очень интересный. Вот, хотя были попытки, так сказать, переименовать эту площадь, но они не удались. Довольно, как-нибудь будет случай, я расскажу, довольно смешная была история с попыткой переименовать эту площадь. Вот что тут может происходить. То есть разделение труда уже на тех, кто трудится и не трудится. Это разделение труда, это вообще уже не разделение труда. Это разделение труда между людьми, на тех, которые пользуются, так сказать, всеми достижениями и благами, так сказать, труда предшествующих поколений и цивилизаций, и теми, кто денно и ночно продолжает трудиться, создавая новые материальные и духовные ценности. И это тоже закрепление труда между людьми. Дескать, я бизнесмен, дети мои бизнесмены, все мои бизнесмены, все они учатся уже за границей, или наполовину здесь, наполовину за границей. Если мама заболела, то есть родина, если что-то тут плохо стало, они улетели за границу и так далее. А если тут хорошо, они вернулись сюда, опять хорошо и так далее. То есть вот что мы наблюдаем, поэтому, когда обсуждается сегодня вопрос, что у нас нет семенного материала. Вот вчерашние газеты пишут, вот у нас посевная. У нас сейчас, дескать, объявлено импортозамещение, компания идет. Какое импортозамещение? А что будем сеять? У вас лук есть, семена лука? Нету семян лука. А где будем покупать? В Голландии. Давайте туда платите евро. А у вас семена картошки есть?
Вы видели, какую картошку продают? Из каких стран? Я, например, купил из Бангладеш картошку. Ну, из Египта продают, с Кубы. Черт и откуда. Чеснок из Китая. Капуста у нас. Вот мы в свое время, будучи студентами, ездили в совхоз детско-сельский. Там, значит, приезжаешь на 4 часа. Вот приезжаешь, электрички нам были бесплатны в этот день. Приезжаем туда. Там стоят КАМАЗы огромные, в очереди. Наше дело было, так сказать, срезать большие кочаны, вот такие кочаны капусты. С одной стороны, вот город Пушкина, а налево совхоз детско-сельский. Вот эти кочаны и загружать их в машину. Только мы загружаем одну машину, она уехала, следующая. Очень много делали. И вот, ну я не знаю, где лучше капусты, чем в Ленинграде. Не говоря уже о том, что капуста стоила 10 копеек килограмм. И у нас осенью 5 копеек даже стоила килограмм. А однажды, когда вот нам привезли, у нас свой был урожай в Ленинграде, а потом с Украины привезли несколько эшелонов. Я живу у завода «Светлана», на Светлановский стадион эту капусту выгрузили и пригласили всех жителей соседних домов забрать капусту бесплатно, чтобы она не пропала. Так что по капусте был у нас полный коммунизм. Вот какие бывают чудеса в жизни. Так что вот этот вот вопрос разделения труда, он очень важный, очень интересный, но это разделение труда между людьми с закреплением людей за какими-то узкими видами труда. С потерей, так сказать, вот этой самой свойственной человеку универсальности. Хотя человек, он только тогда человек, когда он, ну, общественный человек. А он, получается, что он в этом обществе, он только, представляете, если он в морге работает, он только с мертвецами общается. И с другими разговаривать не научился. Причем морги работают постоянно. Ну и отсюда зависит, как он должен вообще относиться ко всякому горю. С одной стороны, вроде должен привыкнуть к этому. А с другой стороны, как можно к этому привыкнуть, когда постоянно, так сказать, один умирает, другой умирает. Он все время видит людей, которые приезжают в этот город, забирают, так сказать, своих близких и так далее, трупы. Или, скажем, патолога, анатом, чем занимается? Только тем и занимается, что он режет трупы. Это его место в системе, и закреплен он за этим. И вот он 20-30 лет отработает, потом говорит, мы закрываем это. Почему? Говорит, да, трупов стало меньше, вообще меньше, а народу стало меньше. Вот его, и куда он пойдет? А что вы можете делать? Я могу резать трупы. А вы придете на работу, я могу резать трупы. Что еще можете? Я больше ничего не умею, мне нужно начинать сначала. А что такое начинать сначала? А начинать сначала, будете покупать, получать копейки. Вот, я учился в школе с политехнической одновременно, средней политехнической. Нам давали специальность, мы работали на заводе 2 дня в неделю. То есть я проработал в течение 3 лет, 9, 10, 11 класс, 3 года по 2 дня в неделю, то есть 1 год, считай, на заводе. 936-й завод, который военный, который делал разные, в том числе. Там все было засекречено, но на помойке этого завода внутри мы видели, там был прибор, на котором было написано «бомбосбрасыватели». А что мы еще делали? Я делал вот подшипники для магнитофона «Астра» на часовом токарном станке, маленький такой. Получил первый разряд. И что я с первым разрядом, если я куда пойду? Вот я вот токарь. С 3-м разрядом никто не нужен. А с 5-м, 6-м разрядом на расхват готовы, так сказать, платить большие деньги, только бы появились люди с таким вот разрядом, рабочие. А их нету, а их нельзя получить. Вот даже вы не можете ПТУ подготовить человека 5-го, 6-го разряда. ПТУ можете подготовить человека с 3-м разрядом, можно научить за 3 года. Ну а дальше нужно 10-13 лет, чтобы человек мог работать на уровне 5-6. То есть вы дайте мне сложную работу там для ракеты, для самолета, я все запарю. Я буду стараться, я буду делать, у меня будет хорошо, хорошо, хорошо. Раз, пропало. То есть это вот очень крупная проблема, которую я вот должен вас приветствовать всем, что вы выбрали такую очень для себя
интересная проблема, вообще очень важная проблема разделения труда, которая, ну, вот должна быть объектом нашего внимания и не только сегодня, но и в течение нашей жизни, потому что это всех нас касается, проблема разделения труда между людьми и закрепления людей за отдельными видами труда. А вот эта вот ситуация, когда вы можете 4 часа в день работать только по своей специальности, а 6 часов иметь свободного времени, а может быть, вы тоже посвятите во многом этой же специальности, но уже не в порядке чего-то обязательного, а в порядке вот удовольствия. То есть вот эта проблема, вот перехода к тому обществу, о котором там Маркс и Энгельс говорили. В этом смысле это коммунизм. Потому что кто-то, кто в коммунизме понимает то, что этот человек, так сказать, вот будет много есть, у нас вообще вот сейчас все программы похудения самые модные. Ну, только студентам они не нужны в силу. Тут программа похудения заложена прямо в стипендию сразу. Вот, хочешь похудеть, спроси меня как. Спроси, какая у меня стипендия. А вы посмотрите, что, чем люди занимаются. И это деньги платят за что? За то, чтобы похудеть. Почему? Ну, есть и меньше. И вся проблема. Одна женщина приходит к врачу и говорит, хочу похудеть. Он говорит, ну, съедайте 200 грамм мяса. Она смотрит, говорит, а до еды или после еды? То есть поэтому это, говорит, довольно глупые и примитивные представления, что коммунизм – это общество, где вот нашли у Маркса там одно высказывание, что там богатства прольются полным потоком. Во-первых, они не польются, их производить будут, как мы знаем, правильно? Или сами польются. Прямо остается рот подставить, там такая труба будет. Вот. У нас вот в автомате льются, ну не полным потоком, а скиньте туда 28 рублей, кофе польется. Или вот хотите сок 99 рублей, свежевыжатый, апельсиновый. Это уже не для студентов с их стипендией. Пожалуйста, вот, бросайте и сопите свежевыжатый сок. Красота. Но вот они, это надо сюда бросить, откуда взять то, что бросить? А вот смысл-то коммунизма как раз в том, какой труд будет у людей. То есть деятельность их. Человек это прежде всего... Это деятель, это деятельный человек, активное действующее лицо, которое преобразовывает условия своей жизни и тем самым себя. И преобразовывает своих детей. А дети это понимают. У меня был интересный такой диалог с моей внучкой, которая говорит, ну, если, говорит, вы нас родили, так мы должны быть лучше вас. А тогда зачем было нас родить? И действительно, я ничего не смог возразить, потому что вот интересно, вот если я ваш преподаватель, так вы, наверное, должны быть лучше меня, это значит, чем я, правильно? А иначе какой смысл? То есть, смотрите, я преподаю, а те, кому я преподаю, хуже меня знают. Ну, это какая-то ерунда. Так у нас какое-то развитие будет или деградация? То есть я вот должен, как преподаватель, предполагать, по крайней мере, предполагать, что вы будете по, так сказать, своему, так сказать, звучанию, значению в обществе по своей работе стоять выше. И это совершенно нормально. То есть это, вот, скажем, для преподавателя не обидно. Я скажу, это моя студентка была, вот Ирина. А вот, понимаете, а это вот Екатерина, вот она, это моя студентка. Мы с ней изучали Маркса и Энгельса. Вот. И они, так сказать, пошли дальше и Маркса, и Энгельса, и меня, и так далее. Да? Это красота. Вот, вот об этом надо думать. И когда говорят о коммунизме, так, в истинном смысле, то, конечно, это имеется в виду, а вовсе не то, сколько я чего буду съем, сколько я съем. Может, я есть еще меньше буду, правда? Еще легче будут люди относиться к своей идее, меньше, так сказать. Сейчас же мы имеем картину другую. Вот сейчас мы знаем, что вы не можете проконтролировать то, что вы едите. Потому что если общество построено на прибыли, то для того, чтобы получить прибыль, этот самый мелкий бизнес, который мы с вами знаем, стремится продукты фальсифицировать. Не ради фальсификации, не ради их вредности, а он просто хочет получить прибыль. И вот недавно проверили масло сливочное, то, что подается под названием сливочное масло. 30% не является там. Не подходит под понятие сливочного масла. То есть добавляются растительные жиры, какие пальмовые, кокосовые и так далее, которые, как известно, не перевариваются в человеческом организме.
или перевариваешь температуру при температуре 39. Если вы заболели, можете есть это. Теперь пальмовое масло написано вот в этом свежем произведении. Я вот читаю специальную российскую газету и «Коммерсант» каждый день. Оно занимает примерно по издержкам такое место, что в 4 раза дешевле, чем молочный жир. В 4 раза. Поэтому молоко во всех молокосодержащих продуктов, допустим, пряники, печенье, торты и так далее, в том числе сухие торты, заменяются, в них заменяется молоко или молочные продукты, типа там сгущенки. Хотел сказать сгущенного молока, потому что если вы увидите, что написано сгущенка, там нет молока, там нет этого самого, никакого сгущенного молока, это растительный жир и сахар, и эмульгатор. А вот сгущенное молоко, ГОСТовское, там еще есть и молоко. 50% продукции. Или если вы, вот последнее свежее сообщение, вы берете пельмени, то вот из всего набора пельменей, которые есть в сетевых магазинах, 4 вида пельменей, не указано были какие, чтобы не было рекламы, наверное, чтобы народ не бросился, или чтобы не обидеть тех, у кого нет, там мясо. Там, где написано говядина и свинина, там курятина, в лучшем случае, курятина. Вовсе никакая не говядина, и вовсе никакая там не свинина. А люди думают, что они вот едят. Причем при этом, если вы лично будете кого-то обвинять, ну это неправильно, если я вот, как говорится, пришел в мелкий бизнес, да, и моя задача получить больший доход. Так если у меня выбор есть, и это разрешается. Что значит разрешается? То есть не наказывает никто. Ну, узнали вы, что я делаю туда вместо молочного жира, кладу кокосовое масло. И что? Ничего. Потому что, как еще Горбачев говорил, что можно делать? То, что не запрещено, то разрешено. А если запрещено, но нет ответственности никакой, значит, тоже считай разрешено. А если есть ответственность, но меньше, чем я прибыль получу. Я прибыль получу 1 000 000, а ответственность 100 тысяч. Ну, значит, у меня, значит, 900 тысяч выгода. Поэтому вот и происходит это не потому, что кто-то лично плохой или хочет. Сам бы ел, да деньги надо. То есть я же для денег работаю, а не для того, чтобы вас накормить. Потому что то, что производится, товар, он потребительная стоимость для кого? Не для того, кто производит, а он потребительная стоимость для других. А для того, кто производит, для него важна стоимость. Мне не то важно, что я делаю, то важно, что я за это получу. Поэтому мы вот этой фальсификацией, с этой фальсификацией имеем дело. И здесь дело не в том, как вы себя будете, какую диету соблюдать. Дело в том, что те продукты, которые вам предлагают в широком масштабе, если вы еще имеете слабое зрение и немолодой возраст, то вы не прочитаете, что там, из чего состоит. А если и прочитаете, например, мыло. Недавно мы смотрели, выпущено мыло, значит, с какой-то российской компанией, и состав на английском языке. Бабушкин, прочитайте его, и таким мелким шрифтом, что, ну, я вот прочитать могу, потому что я ходил почти всю жизнь в очках, близорукий. Поэтому для близорукого человека прочитать это можно. А почему мелко напечатано? А чтобы вы не узнали, что там есть. Потому что если вы узнаете, что там есть, есть не будете ни за что. А вроде как обязаны сообщать. А как обязаны? Или на черной бумаге напечатать черным. Напечатан состав, напечатан. Посмотрите там напитки. Скажем, вы не узнаете, из чего состоит пепси-кола и кока-кола. Но кока, наверное, вам что-нибудь говорит? Кока – это что такое? Не знаете, товарищи культурологи? А, вы по этой, по Германии, извините. А это по Америке. Кока – это кустарник, из которого делают наркотик. Ну, кола – это как бы напиток, а кока, вот пепси там, я не знаю, что такое, а кока – это просто кустарник южноамериканский. Глубокая тайна окутывает состав этих напитков. Их, и они очень сладкие, для чего? Ну, если я вам продаю напиток, я что должен заботиться, чтобы вы напились или чтобы вы не могли напиться? Ну, такой хороший, что не можете напиться, еще я ко мне покупать, я потом продаю, опять ко мне, еще продаю. То есть надо сделать его сладким. Видите, что они сладкие? Ну а разве сладким напьешься?
Хочется опять пить, хочется опять приходите покупать. С друзьями приходите. И так далее. А у нас есть минеральная вода, которая производится в Ленинграде? Как вы думаете? Нету? Полюстрово есть, можно найти. Малый такой процент. Она на нашем Полюстрово. И Полюстровская, и Охтинская. Два вида воды. Дешевая и дешевая. То есть, если бы она, так сказать, на рынок вышла, но ее забивают со всех сторон. В том числе, почему вы, когда заходите в сетевой магазин, вы видите, там стоят какие-то холодильники, и на них написано там Пепси-Кола и Кока-Кола. Кто их? Их бесплатно дали магазину. Это для рекламы, для того, чтобы люди, так сказать, видели везде эти напитки. Так потихонечку убирается. Или, скажем, квас как делается? Из чего? Из хлеба. Что там есть? Хлеб, сахар и дрожжи изначально. А потом уже вот такая квасная закваска. И ничего там больше нет вредного. Как вы думаете, кто его делает? Помните, была такая реклама? Такой. Никола. Квас Никола, пей Николу. Помните, да? Это, как вы думаете, это было производство Великого Новгорода. Как вы думаете, кто купил этот завод в Нижнем Новгороде, который вот эту рубаху парня, но в ковбойке, кстати, парень был. Не обратили внимания? Не в косоворотке. В ковбойке. Ковбойка вообще, это вся рубашка американская. Вот я очень любил ходить в ковбойке, они очень удобны, клетчатые такие. Как вы думаете, кто купил эту самую фирму? Американская фирма купила это предприятие. Нету больше того Николы. Все. И рубашки той нет, и рекламы той нет. Все хорошо. Но это мы уже зашли, так сказать, немножко дальше, так сказать, ушли от, так сказать, первоначальной темы. Но это все связано. Кто зачем закрепляет свою жизнь? Закрепляет свою жизнь за каким-то видом труда, и тогда про него можно сказать, а, это философ, к примеру, да? Поскольку он этим вечно занимается, он такой, ничего другого не понимает. Вечно вы там рассуждаете на эти темы. Так. Ну, это небольшая поправка, то есть вот то, что там написано, можно так понять, что только в рамках частной собственности. Хотя это из дальнейшего не вытекает. Под частной собственностью автор понимает собственность как распоряжение чужой рабочей силой. Ну, это, можно сказать, не столько сама частная собственность, сколько ее источник ее увеличения. То есть при распоряжении чужой рабочей силы я купил вашу рабочую силу. Цена рабочей силы как называется, по которой я ее купил, вашу рабочую силу, как называется? Зарплата. Вот я купил вашу рабочую силу, вы за первые 2 часа отработали эту зарплату, остальные... Остальное все время. Раньше там 10 часов работали, 8 часов. Это моя прибавочная стоимость. Ну, все, я прекрасно, я существую. А вам объясняю, что денег, мало денег. Не хватает на острова. Так. При этом частная собственность, разделение труда отождествляется. Ну, вот это даже и не сказать, что неправильно, потому что отождествление, тождество, если вы почитаете обучение о сущности, тождество и различие, тождество всегда тождество различного. Различного. Вот мы с вами можем тоже отождествиться. Вы человек, и я человек. Мы как люди тождественны, правильно? Ну, вы же не кошка, а я не этот, не медведь. Так что мы оба вот, люди. Так, тождество. Тождество что-то различного. Вы когда-нибудь видели тождество тождественного, допустим, бревно есть бревно? Или елка есть елка. Это какая-то глупость. То есть вообще даже в высказывании, в суждениях, в разговорах, в рассуждениях, вот это вот тождественность, тождественность, это, так сказать, в общем-то, странная довольно вещь. Странная довольно вещь. А различия? Вот я тоже самое говорю, мы с вами разные, различные люди. Ну что, это различие, так что говорить о различии, но что мы были тождественны. Потому что мы люди. А иначе о чем можно говорить? Различные люди. Или говорят, это нельзя сравнивать, это потому что разные вещи. Только разные вещи и можно сравнивать. Зачем меня с самим собой сравнивать? Ну, можно меня сравнивать в зависимости от того, какой у меня был возраст, и какой я был раньше и какой сейчас. Как можно еще сравнивать, только если не разные вещи?
То есть вот такие логические заблуждения присутствуют очень широко. Вот. Поэтому то, что тут отождествляется, да, отождествляется. Отождествляется в том смысле, что одно является источником. Разделение труда предполагает, частная собственность предполагает разделение труда и способствует, разделение труда способствует усилению развития частной собственности. Но, в свою очередь, само развитие частной собственности потом в перспективе с развитием уже не такого производства, о котором пишет Маркс и Энгельс, а вот крупного фабричного производства, затем монополистического производства, приводит к такому развитию общественного характера производства, что оно начинает требовать общественной собственности. Что значит требовать? Оно, конечно, молчит. Требовать означает, что при общественной собственности оно более быстро бы развивалось. Только и все. Так. Отделение деревни от города рассматривается мыслителями и как отделение земельной собственности от капитала, понимаемо как собственность, основанная только на труде индивида и обмене. Дальнейшее развитие обмена повлекло за собой обособление торговли от производства и появление класса торговцев-купцов. Ну вот тут вот закрепление, это как раз и есть, правда? Вместе с купцами появляются металлические деньги. И окончательно происходит расслоение общества на эксплуатируемое и на эксплуатируемых и эксплуататоров. Благодаря такому расширению наступает разделение труда между отдельными городами, а затем углубление этого обособления, доведение до возникновения мануфактур в XIV веке. А в мануфактуре там какое разделение труда? Мы об этом уже говорили. Когда простая кооперация, это значит, вот мы с вами делаем, рядом находимся там в одном помещении и делаем, допустим, табуретки. Вы табуретку, я табуретку, вы и соревнуемся друг с другом, кто лучше делает. Если у меня что-то лучше получается, я вам рассказываю, если у вас что-то лучше, мне рассказывается простая кооперация. А вот если мы потом решили, давайте так, чтобы быстрее и больше сделать, вот я лучше делаю ножки, а вы лучше делаете вот эту часть, это сиденье, а вы лучше всего собираете их и склеиваете. У вас так это спора получается, Екатерина, что просто любо-дорого смотреть. Давайте мы так. Вот мы, я буду делать одни ножки, четыре ножки, вы будете шлепать эти самые хорошие сиденья, а вы будете это собирать. Ну, кого-то четвертого возьмем, пусть потом лаком их покрасят, и все. И это вот мануфактура, она, это не простая кооперация, это кооперация основана на разделении труда. То есть здесь уже человек превращается в частичного рабочего. Тут еще дальше уходит. Не просто он там земледелец, промышленник и так далее. Вы можете в жизни, если вы всю жизнь проработаете, вы всю жизнь умеете делать только ножки для табуреток. Вот, так сказать, ваша планида, так сказать, вот вы и есть. Это ваше выражение. Кто вы такая? Вы, я, вот, только вот умею делать вот это. А вы? Нет, вы крышки не умеете делать. Я ножки, а вы умеете только собирать. И больше ничего вы не умеете. А вы, скажите, а сделать ножку можете? Говорить, не могу. А вот эта крышка сиденья, не могу. А что вы можете делать? Я могу только собирать. А вот вы заболели, я заболел, все, вы. Все, конец. Поэтому там вот в современном производстве используется совмещение профессий, чтобы, перемена, чтобы вы делали, несмотря на то, что вот она лучше делает, но все-таки вам и стоит тоже этим позаниматься. И мне стоит позаниматься чем-то другим, кроме дела ножек. И так далее. Мы когда были вот в школе на заводе, там у нас вот у парней была довольно квалифицированная работа. А девушек наших поставили на должность токарей-револьверщиц. Не знаете, что такое? Здесь универсальный токарный станок, вы должны там сами думать, какой выбрать режим резания, двигается суппорт, подвигается резец к нему. И вы вот, как говорится, вот должны отработать такую технику, чтобы вы могли сделать хорошую деталь из металла. А есть револьверные станки. Револьверный станок – это станок, в котором всю наладку совершает один человек. Вот он закреплен за вот этими высокоинтеллектуальными видами деятельности. То есть он должен наладить этот станок. А ваша задача состоит в следующем. Значит,
сюда и сюда. То есть двигать только суппорт и резец. Больше ничего не требуется. И в течение вот всего рабочего дня, вот как мы 2 дня в неделю работали, я вас уверяю, что 2 дня в неделю – это достаточно много. Вот вы с утра придете и будете так и так. 6 часов. 6 часов для школьников. 6 часов. И так вот так. А одна наша девочка, ее звали Галя Леонова, а у нее еще был, она такая полная была, а у нее был такой станок, в котором еще такой полуобруч был сюда, на бедра, и она супер двигала так. Раз, и так. Раз, и обратно. То есть так, если смотреть, довольно грациозно получается. Или я однажды пришел, но это было вот на том заводе, где наша просто класс работал. А я на Кировский завод пришел, поскольку там работал муж моей сестры, и сестра там работала. И он работал кузнецом. Я смотрел, как работают кузнецы. Значит, все уже горит. У них такой... Вот когда они выходят с завода, они такие серые, землистые лица, выходят, скучные такие. А там у него все это вот горит, все это отблески, эти пламени, потому что нагревается все это. Кузнец свободной ковки, там все время все нагревается, и, значит, молот бьет, бьет, а он, значит, поворачивает, 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 добиться, чтобы потом он заканчивает, и раз так ее бросает, и так, и 2 броска, и так 22, и так 222, и 322, и так далее, и когда он за целый день, за 8 часов, хорошо набросается. Или, ну, поскольку я вот лекции читал, и был поэтому, так сказать, в системе разделения труда закреплен за языком, рот закрыт, рабочее место убрано, и читал я довольно много, 500 примерно лекций в год, когда был на экономическом факультете, и вот политэконом предполагалось, что у нас, если у экономистов отраслевых нагрузка 800 часов, 1000 часов в год, а у политэконома было 450, это означало, что мы должны много читать лекций. Публичных, бесплатных. Потому что нам нагрузку сделали меньше, мы зарплату получаем такую же, гружать меньше. И вот я был на заводе «Красный треугольник». И вот там такое иду, и вот я остановился, такой интересный такой человек, руки у него так, и вот так вот пляшет все время, и пляшет, вот так вот пляшет. Ну что же он делает? Это, оказывается, человек, который вырубает подошву. У него штамп, который вырубает подошву. Вот здесь он, вот он подкладывает сюда резину или кожу, и там есть форма соответствующая. И вот когда он нажимает на педаль, то опускается там штамп и вырубает подошву. И так вот он все время вырубает, 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 вырубает. А почему он руки так держит? Потому что монотонный труд такой, настолько монотонный, что специально так сделано с точки зрения техники безопасности, что пока он руки не поднимет наверх и не поставит на такую вот планку, вот если он будет нажимать ногой, у него не сработает этот штамп. Потому что в противном случае он поставит сюда руки, потому что он двигал здесь, он сюда ставил новую подкладку, из которой будет новая резина, из которой будет выбиваться подошва, он нажмет и... Натяпает себе руки. Кстати, вот у моего родственника, вот у Шурина, у мужа моей сестры, он на Кировском заводе, когда работал уже не в кузнецом свободной ковке, а на штамповке, он попала, у него рука под штампом, но он успел выдернуть, поэтому частично повредил ее. Так что это все связано с тем, что человек выполняет такие функции, которые не требуют никаких уже интеллектуальных усилий, чисто механически, и человек превращается в придаток машины. С одной стороны, это прогресс, производительность резко возрастает. Видите, вы делаете один только вам. Только вот крышки, 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 крышки. Вам снится было крышки, крышки, крышки. А у меня только ножки, 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 ножки. А вы все собираете, ночью проснетесь, вы все собираете, собираете, собираете. Говорите, давайте еще, давайте еще, давайте еще. Или перестаньте давать. Под конец, все конец. И так далее.
То есть человек становится придатком машины. Вышел ли человек в современном производстве из положения придатка к машине? Люди, которые сегодня пишут на экономические темы, журналисты, это сплошь и рядом болтуны, которые не знают вообще ситуации. С одной стороны, вы же знаете, у нас ручной труд остался или у нас все машины делают? А? Не остался? Не остался? Не видели, да? Не видели, как ремонтники работают, когда видели, да? А не видели, когда делают дорогу? Там вот такие вот, значит, мужички, которые здесь, вот так, авторучка, они руководят. А женщины с лопатами там равняют, подсыпают. Не видели, нет? А видеть сейчас мудрено, потому что телевидение не показывает предприятие вообще. А вы видели эмблему завода «Форд»? Не видели, нет? Это гайковерт. Или шуруповерт 80. Гайковерт, который, значит, они, значит, это в машине. У человека есть гайковерт на основе батареи аккумуляторной. Вот он его подносит и закручивает, и закручивает, и закручивает. И так всю жизнь. И закручивает, и закручивает, и закручивает, и закручивает. В одну и ту же гайку на конвейере, в одном и том же месте. Постоянно. А причем вот эти все гайковерки, они дают вибрацию. От вибрации бывает вибрационная болезнь. А люди, которые ездят на тракторе, трактор — это же механизм, да, машина. Вот, женщины ездят на тракторе, у них отвисание внутренностей происходит через некоторое время. А люди, которые вот этим занимаются, вибрационными механизмами, у них начинают болеть руки потом, пальцы, суставы, и ничего с этим не сделать, вибрационная болезнь и так далее. И в это время, значит, некие наши дорогие журналисты пишут, что у нас сейчас информационное общество, вот, и я так думаю, что если оно информационное, то вот я вам информацию сегодня давал? Давал. Сейчас вот у меня будет, сейчас через 5 минут изо рта начнут выскакивать жареные рябчики. Вы приготовьтесь к этому, что вы прямо выхватываете, и уж кофе там возьмете внизу. При этом ссылается на Маркса. Говорит, вот Маркс написал, что наука становится непосредственно производительной силой. Я когда это вот прочитал, ну, по нашему общему научному правилу, полез смотреть, а где написано. Что написано? А там написано. Кусочек люди вырвали оттуда, а полностью написано следующее. Воплощаясь в основном в капитале, наука становится непосредственно производительной силой. То есть наука, которая дойдет до воплощения в производстве, когда она станет уже машиной, это наука, то есть научное достижение, которое станет железом, оно становится непосредственно производительной силой. Что тут нового? Это ясное дело. Ясное дело, что если ваша идея воплотится, вот она будет, да, даст, ну, сказать, прогресс, станет непосредственно производительной силой. А если она не воплотится, она все равно будет производительной силой, но производительной силой общественного труда. Вот в капитале написано, наука является общественной производительной силой. То есть от нее зависит развитие производительных сил. Но непосредственно наука, конечно, никаких продуктов не дает. Так что вот через 5 минут все-таки ждать от меня жареных рябчиков не приходится. А хотелось бы, я бы и сам не отказался. Вот такие появляются мысли тут с этим. Так. Говорят, расширению наступает разделение труда между отдельными городами, а затем углубление этого обособления, доведение до возникновения мануфактур в XIV веке. Вот мы о мануфактурах так сейчас и говорили. Так что вот у вас все это написано, видите, как глубоко поддается дальнейшему расширению, конкретизации. Маркс и Энгельс дают сравнение ценового производства, какого? Цехового. А, цехового производства, составлявшего основу средневекового города, и мануфактуры. Цехи появились одновременно с возникновением первых городов в XI-XII веках. Они существовали как организации бежавших в город крестьян, нуждавшихся в защите от конкуренции, а также в общих рыночных помещениях для продажи своих товаров и необходимых охраны собственности на специальность. Собственности на специальность – это не совсем, конечно, такая категория, может быть, принята.
Как это собственная специальность? Ну вот, мы с вами не случайно, так сказать, сообща, то есть кооперируемся, да? Имею в виду, что я-то знаю, как развивалась, так сказать, категория собственности. Дальше Маркс уже пишет, что такое собственность. Собственность в экономических рукописях к капиталу. Он две больших экономические рукописи написал. 57-58 годов, и 63-64. И там написано, что собственность... Это отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим, к объективным условиям производства. А специальность – это ваше собственное качество, и для того, чтобы доказывать, что оно ваше, не надо применять категорию собственности. Вот на голову у вас есть собственность? Как вы думаете? Нету. Почему? И так ясно, что она ваша собственная голова. А вот когда не ясно, а когда вот сейчас бывают аварии, и, к сожалению, их часто, вот чья это голова, такой вопрос может встать, и тогда начинает этот вопрос решать. Или вон целыми эшелонами стоят там, и потом начинают разбирать, где и как, и что получилось после аварии Боинга. Поэтому о собственности можно говорить тогда, когда вам нужно как бы своим сделать то, что не является своим природным образом. Вот вы никак не докажете, что вот ваша одежда, она ваша, природным образом. Это все равно вы ее или купили, или вам подарили, или каким-то образом присвоили, и причем общество признает ее за ваше. Точно так же и я никак не докажу, что я это вот мой пиджак, а не я уже, блин, как только зашел на факультет, вижу, человек, студент идет в таком пиджаке. Я говорю, зачем студенту пиджак? Он же лекции не читает, если вот пиджак, вот без пиджака, а я в пиджаке. Сейчас все нормально. То есть никакой связи внутренней между, так сказать, этим вот объектом, который является моей собственностью, и мною, я не могу позвать, и он с вешалки убежит и прибежит ко мне. Я буду свистеть, как позвать, я жучку могу так позвать, могу, так сказать, даже кошку, но я не могу позвать пиджак, потому что он никоим образом моим не является естественным образом, он моим является только общественным образом. Поэтому, когда говорится о собственности на специальность, имеется в виду, что вот, так сказать, он защищает эту свою работу от тех, кто хочет ее тоже ей заниматься. Да? А то вот все захотят заниматься культурологами, набегут, а вам не будет места. Вот что имеется в виду, правильно? Вот это имеется в виду, но это не совсем строгое понятие. Таким образом, цеховая организация охватывала все стороны жизни средневекового производителя. Цех явился и военной силой, участвующей в охране города. Силой ремесленников велась борьба с феодалами, цехов с городским патрициатом, то есть с городскими управленцами. Эта борьба привела к формированию класса горожан. Ну вот, с одной стороны, можно было бы сказать, что вы неправильно употребляете понятие класса, да? А с другой стороны, правильно употребляете понятие класса, потому что класс – это вот это утрачивается его первоначальная связь, понятие класса с классификацией. Вот вы не утратили эту связь в своем словоупотреблении, и это допустимо вполне то, что вы написали. Сейчас бы уже никто не сказал, как класс бывает буржуазии, там рабочий класс, они в городе. Но и в деревне есть буржуазия, и тоже рабочие есть. А можно сказать класс горожан? Можно, потому что давайте классифицируем людей на тех, кто живет в городе, и тех, кто живет в деревне. Да? И у них будут свои характеристики. Классификация такая возможна? Возможно. Допустимо? Допустимо. А раз допустимо, я и классифицирую. Вот я так решил и классифицирую. И поэтому к вам претензий, строго говоря, я не могу предъявить. Теперь хочу вам привести пример из политического такого словоупотребления. Вот у Ленина в работе «Великий почин», очень маленькой работе, очень емкой, там, где дается расширенное такое понятие классов, такое, можно сказать, каноническое, классы большой группы людей, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства, по роли в общественной организации труда, по размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Там же говорится о том, что такое диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата означает, это научное, латинское, историко-философское выражение, означает вот что только определенный класс, а именно городские,
Чувствуете? Фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всем. Всеми трудящимися эксплуатируемыми во всей борьбе, в их борьбе за полное уничтожение классов. Берется класс городских, фабрично-заводских, промышленных рабочих. А можно было взять класс всех рабочих. Так класс всех рабочих очень широк. А можно было взять класс пролетариев. А пролетарии – это лишенные собственности. Ну, у кого ничего нет, тот пролетарий. А скажем, если речь идет о классе, который уже имеет власть, в условиях переходного периода, там, социализм, уже его пролетариями не назовешь. Поэтому диктатура пролетариата – это именно научное, латинское, историко-философское выражение, а вовсе не филологически надо его понимать, что это диктатура пролетариата, диктатура именно пролетариат. Какой же он пролетариат, если уже собственность уже в руках рабочего класса? Он же точно не пролетариат. Но название такое сохраняется. И сохраняется преемственность интересов. От того, что он стал иметь собственность на средства производства, он никак не избавился от порабощающего человека разделения труда, между прочим. Вот. И никуда не делось различие между городом и деревней. Поэтому есть класс городских рабочих, фабрично-заводских, которые в состоянии руководить по своему положению материальному, а другие рабочие не в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в их борьбе за полное уничтожение класса. Не в состоянии. Они тоже рабочие, да, они вполне относятся к классу рабочих, но к классу городских, фабрично-заводских рабочих они не относятся. И при приеме в партию, вот Ленин говорил, что надо принимать при приеме в партию, считать рабочим того, кто без посторонних целей, то есть не для того, чтобы убежать от войны, уйти от мобилизации, без посторонних целей, проработал не менее 10 лет в крупной машинной индустрии. То есть раз он там проработал не менее 10 лет, у него может быть определенная уже психология, навык общения, так сказать, между собой и с крупным производством. А не такой, когда он, так сказать, мелкий торгаш, и ничего, он кроме этого ничего не понимает. Так что вот, с одной стороны, я сказал, что могут вам предъявить, сказать, ну вот вы как сюда класс горожан. Можете так сказать, да, имеете право. И это, так сказать, осмысленно. Выделить именно горожан как особый класс, отличающийся от тех, кто живет в деревне. Это деление на тех, кто живет в деревне, которые живут в городе, это вот такое разделение труда, которое нужно преодолеть. В смысле закрепления за определенными людьми. Так, внутри ремесленной мастерской разделение труда не существовало. Да. То, что я вам так рассказывал, у вас все написано. Очень хорошо. Такое разделение осуществлялось лишь в виде специализации между отдельными цехами. Капиталом работника, как уже упоминалось, являлась не земля, а сам труд работника. Ну вот тогда еще такое понятие было капиталом работника, как было богатством работников, в смысле богатства. А потом, что капиталом стало считаться у Маркса, строгое понятие капитал – это самовозрастающая стоимость. Стоимость, самовозрастающая стоимость. Если у вас есть просто какое-то количество средств, это еще не капитал. Капитал – это самовозрастающая. А когда может стоимость самовозрастать? Тогда, когда в этом самом капитале присутствует и рабочая сила. Поэтому он состоит из двух частей. Основной капитал – это средства производства, и переменный капитал – это рабочая сила. И вот переменный капитал обладает свойством создавать новую стоимость. Вы покупаете такой товар на рынке, покупаете его по стоимости или по цене, близкой к стоимости. Даже если вы его покупаете строго по стоимости. Но этот товар может создавать стоимость больше, чем пошло на его производство. А значит, вот появляется прибавочная стоимость сверх этой цены. И тогда появляется капитализм. Вот это вот такие строгие определения, они появились уже в капитале. Естественно, к вам не предъявляется требование соблюдать эту строгость, поскольку мы такое раннее произведение читаем. Ну и в этом смысл есть нашего с вами союза, такой кооперации, в которой мы находимся сейчас, потому что вы, так сказать, предлагаете, а я должен корректировать с учетом дальнейшего, поскольку я вам придан для того, чтобы, так сказать, вот, не ожидая, когда вы сами все прочтете, обратить внимание на в вашем же написании, что можно бы подкорректировать здесь. Поэтому капиталом работников мы уже не будем говорить, хотя это возродилось сейчас снова. Говорят, материнский капитал.
Ну какой капитал материнский? Где деньги эти лежат? Скажите, пожалуйста, где лежат деньги под названием материнский капитал? Да, да они просто государство. А государство где они лежат? В банке. А государство и в банке. А что, обязательно ВТБ или Сбербанк, или они лежат еще в частном банке? В частном. Значит, эти денежки дают, а он эти денежки банк пускает в оборот. То есть он дает кредиты под большой процент, сейчас 25-30%. И вот это, и чей это капитал? Это капитал этого банка. То есть он ему приносит постоянно прибавочную стоимость. А матери? А матери говорит, если вот вы будете матерью, то у вас будет двое детей, и тогда, если будет платное обучение, если будет, и прямо вы теперь ждете, не дождетесь, чтобы было именно платное обучение, тогда, когда вашим детям будет вот столько, что они поступят в вуз, то тогда вы, не вы, а банк заплатит за ваше обучение. А вы будете только смотреть. Вам в руки-то они не поступят, вам же нельзя это давать. Вам не доверяется. Вот банку доверяется. А вдруг вы пропьете эти деньги? Вот по вас видно, что обязательно вы сейчас выйдете и сразу пропьете. Дальше. А второй вариант. Вы можете потратить эти денежки, которые у вас нет их в руках. А вы можете их потратить каким образом? Когда вот вы будете затеете строительство дома или втянетесь в ипотеку, которая, как известно, означает купить одну квартиру по цене трех. Вот если вы в это втянетесь, то вот 10% от этой суммы, которую вы заплатите, если у вас есть сумма практически на весь вот этот дом, на все это жилье, то 10% как раз хватит вот того, что составляет материнский капитал. А если вам нету такой суммы, то никто вам и не даст. То есть вы должны представить документы о том, что вам хватает на 90% жилья. А это на 10% заплатит государство. Это материнский капитал или издевательство? Это издевательство над этим делом. Это называется так, Аркадий, не говори красиво. Ну, вы доплачиваете там женщинам, у которых, в семьях которых есть двух детей, двое детей. Ну, во-первых, в чем тогда материнский, а не детский, и не семейный тогда? Что, женщины себе его берут? Матери получают. Матери же ничего не получают от него. Ну, идет или на детей, или на семью, на жилье. Или заранее предполагается, что муж убежит, когда боится такой суммы. То есть, вот интересно, то есть, вроде как, вот это мы там говорим, что у них там устарело, и у Маркса, так сказать, они потом сами это тут... Нет, это, можно сказать, вот эти люди, которые назвали материнский капитал, прочитали именно вот немецкую идеологию, отсюда и взяли. Вот не более позднее слово употребление, а более раннее. Если вы, скажем, вы будете цитировать более ранние мои произведения, скажите, что вы не цитируете мои более поздние. А вы же раньше так писали, говорю, я что, времени что не поумнел. Почему вы берете мое там более раннее и противопоставляете более позднему? Это нормально для человека, что он развивается? А раньше, говорит, почему так писали? Иногда меня спрашивают, почему вы раньше так написали? Я говорю, дурак был. Какие еще ко мне могут вопросы? Есть вопросы? Обычно после этого вопросов уже не бывает. Но это не значит, что я должен вечно быть дураком. Если один раз написал глупость, то я от нее отказался. Нет, говорит, раз уж вы написали, теперь вот все это мы ничего не принимаем внимания, вот держитесь этого. Поэтому вот вы видите, мы поэтому и разбираем эти самостоятельные работы. Одно дело, вот мы разбираем Маркса, Энгельса, а теперь эти же самые вопросы мы разбираем в связи с тем, как вы это излагаете, потому что это уже применительно к тому, как вы это воспроизводите. А ведь образование состоит не в том, чтобы слушать. И у нас, вообще говоря, не записано лекции Маркса, Энгельса, правильно? У нас написано «Анализ классических теорий». Вот мы с вами вместе делаем. Вы анализировали, я анализирую, мы вместе анализируем. И нам это позволяет вот, продвигаться в своем образовании с помощью вот этого материала. А не то, что мы взяли и мы изучили. Мы взяли, люди да прочитали. Что не в состоянии прочитать, без меня в состоянии. Так, перерыв.